пресс-конференции со своими поклонницами, со своим фан-клубом, вы бы видели. А это Екатерина Рублева и Иван Шефер. Они катаются под музыку Мери Матье. И называется эта музыка «Пардон Муа». Она слишком известна, чтобы ее представлять. Третье место в «Танцах на льду» — Екатерина Рублева и Иван Шефер. Прекрасные, целеустремленные, техничные, влюбленные в фигурное катание. И прекрасные, играющие не только любовь на льду, но и какую-то и радость, и беспечность. Ну, целая гамма чувств. С такими тренерами, как Александр Свинин, Ирина Жук, конечно, без театра не обойтись. Их провожают криками «Молодцы! Молодцы!», а вслед за ними выходит еще один бронзовый призер Кубка Ростелеком.